Но это немножко будущее. Пока не настоящее. Это, я думаю, продукт следующего сезона. Мы довольно долго ждали выхода этого продукта. Почему? Потому что для некоторых хозяйств Америка не только поставила. А вот надо, чтобы было посередине, который бы рос при всех стрессовых условиях, при всех стрессовых годах. Поэтому в следующем сезоне появляется этот продукт в ассортименте. Но сейчас Вадим покажет, как он. Если сравнить, сейчас опять же рынок появился немножко раньше, мы видим по росту продаж этого продукта, он растет в геометрической прогрессии. Да? Из начала, там, 2 года назад, мы сейчас приросли где-то в 10-15 раз по продажам семян этого продукта, потому что он несравнимо качественно показывает себя даже со всеми конкурентами, которые только есть. Здесь универсальное использование. Его можно использовать как на свежий рынок, так и для переработки. Опять здесь есть выбор определенного баланса. Где выгодней, туда и продаем. Но есть контракты, которые надо по-любому выполнять. И если человек, хозяйство законтрактировалось на переработку, игра в недопоставки неуместна. Поэтому это тот продукт, с которым можно четко прогнозировать свой бизнес. Опять мы показываем сегодня только то, что лето, конец лета, то, что осень. Мы не показываем те продукты, которые выращиваются на летнее производство, на раннелетнее, на весеннее производство, потому что они немножко сегодня не актуальны, потому что за бортом у нас октябрь месяц, но ассортимент у нас довольно большой, довольно широкий. Здесь, опять же, надо находить определенный баланс частоты посадки, потому что только что, опять же, зацепились немножко. Если мы говорим по поводу раннего производства, там не нужны изреженные посадки. Почему? Потому что если чем гуще посаженное на раннее производство, соответственно, листья будут у вас стоять более настоящие, прямо, и попадание солнечных лучей будет слабым. На поздние посадки, наоборот, надо делать нормальные 35-38 тысяч. Некоторые хозяйства делают 28 тысяч на гектар. Для чего? Для того, чтобы, если будет сильно дождить, чтобы это было продувание, не цеплялись болезни. Если это будет сильно жарко, будет сохранять ту влагу, которую вы даете под корневую систему. Поэтому, опять, в зависимости от того, что вы хотите получить в конечном результате. Вадик, ваш вопрос. Отже, підведемо підсумки. Новий гібрид Гохан. Це новинка на ринку України. Ми віримо, що цей гібрид буде займати велику долю на території України. Якщо зрівняти по капусті білоголові, ви знаєте, агресор, то ви можете запам'ятати цю таку чудову назву – Гохан. До цього ми чули Америго, Лікано, а 99,9% ми даємо, що цей гібрид себе відмінно покаже на території України. Перевага цього гібрида полягає в тому, що це гібрид літньо-осіннього вирощування, 75-80 днів після висадки розсади. Рослина, ви бачите, компактна, потужна, закриває на заморозку, на свіжий ринок. Стресоустойчивий гібрид по температурному і водному режиму. Да, зрозуміло, є вода, є макро-мікроелементи, є цвітна капуста. Немає цього, цвітної капусти не буде. Але це гарантований урожай в будь-яких умовах по всій території України. Відмінно підходить для переробки, для свіжого ринку. Отже, запам'ятайте, гібрид Гохан, новинка від компанії Сінген. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.